Я приезжаю, делаю УЗИ, какая-то хуйня, еду в госпиталь, разговариваю с терапевтом, так и так, просто еду в другую часть, ну просто на восточную, нахуй, еду в часть, командиру части, нахуй, разговариваю, беру отношения, приезжаю с этим отношением в часть, говорю, вот так и так и так, и вот так, и вообще у меня такая психика, нахуй, нарушена. Ничего такое. Психика нарушена. Это психика нарушена, тебя и туда не возьмут. Слово психика нарушена вообще, наверное, не надо говорить. Ну, короче, хуёво со здоровьем. И просто нахуй перевожусь. Я, конечно, переведусь тогда, когда я все подготовлю, документы все переговорю. Уеду обратно. Потому что если мы не приедем, то другие тоже не сходят в отпуск. И после этого откат поворот. Хорошо. Мне так на сердце неспокойно. Сегодня вот девушка написала. Ну, я новости-то вот смотрю сегодня. Я так понимаю, где вы находитесь приблизительно, что там такие, в общем-то, сейчас тоже и бои идут. Ну, в общем, короче, и вот женщина написала, что сослуживцы позвонили, сказали, что сын погиб. Ей говорят, ну, вы подождите, типа... Ну, и она говорит, ну, уже два человека позвонила, говорит, когда мне, типа, должны сообщить-то? Ну, типа, ей говорит, так может, это еще неправда? Она говорит, как неправда? Говорит, два человека уже позвонили, сказали, что мой сын погиб мой. Ну, и все, и вот сейчас другая женщина написала, говорит, тоже все, говорит, мой сын погиб, Дима. Я вообще в шоке, Руслан. Ну, там, короче, бои идут, эти укропы пытались. Я знаю. И эти укропы сраные, хуярят тут день и ночь, нахуй. Одна нацистка была, женщина, девушка. Ну... Она, взяла клеймо на трупах наших ребят, на живых, на раненых, технику взрывала, публично снималась. Ее, въебали. Ёбнули ее, нахуй, публично сняли смертную казнь, нахуй. Тварина такой. А, да ты что? Так а кто ее, наши, что ли, так? Наши же так, гуманные. Конечно, надо так идти. Еще там в Киеве, сделали в ресторанах форму силуэт солдата русского, типа блюда. Ну, как это сделано? И, типа, подают его на пенсии и едят у нас, типа, солдата русского. Долбоебы, нахуй. Так, а еще мало того, это вот там сейчас они стали колбасу делать какую-то там, и, ну, такое название, это нехорошее, что, типа, ну, про нас, про российских этих, как, типа, из российского мяса, ну, вот как-то человек, ну, какое-то вообще название безобразное, и вот еще везде хвастаются, вот у нас новая колбаса, вот так называется, ну, против нас вот эта вся пропаганда.